Я историк, работаю в соответствующем заведении. Это и плюс, и минус одновременно, потому что, с одной стороны, мне очень интересно писать песни, с другой стороны, их не всегда понимают. Но, с другой стороны, когда наносишь правильную эмоцию, наверное, тут уже не нужно включать эрудицию. Песня называется «10 пуль для святого Себастьяна». Может быть, видели средневековые картинки с изображением лучников, которые стреляют в святого. Сьерра Мадре, спальник и вещмешок, латунный герб на воротах, старый велосипед. Сквозняк листает страницы, солнце на витражах, на миг святым Себастьяном. Просто вспомни себя. Дважды убит, вечно спасен небесами. Где я теперь? Кем я не стал? Я не ищу старых своих следов. Не гитарист, не художник, даже мальчик-поэт не смогут выйти наружу под кромешным огнем. Рисунок в школьной тетради, 10 тяжелых стрел насквозь дырявят бумагу, жарко сочится кровь. И 10 пуль сердце мое разрывают. Солнце, прощай, город, прощай, не навсегда станет 16 лет. Ступай к себе в Сьерра Мадре, к людям своим ступай, ты ничего не исправишь, нечем сожалеть. Небесный ангел, конечно, принесет тебе весть, что все, кто были убиты, живы на небесах. Но 10 пуль ранят меня, как и прежде. Вечный огонь, вечная боль, сердце мне жжет, тянет меня ко дну. Спасибо.